Добрый день, дорогие подписчики! В преддверии Нового года компания «Инград» запустила уникальную программу рассрочки на готовые объекты, а также на объекты с ближайшим сроком ввода в эксплуатацию. Именно о ней я хочу вам сегодня рассказать. Ключевыми преимуществами данного продукта является то, что, обладая всего лишь 10% стоимости, вы можете приобрести квартиру, а самое главное – получить ключи от нее и уже встретить Новый год в новой своей собственной квартире. Для того, чтобы воспользоваться данной рассрочкой, вам необходимо либо 5% стоимости на объекты с ближайшим вводом в эксплуатацию, либо 10% стоимости на готовые уже квартиры. Это первое условие. Второе условие. Финальный платеж вам необходимо произвести в конце следующего 2023 года. И, кстати говоря, его вы можете сделать с помощью ипотечного кредита. Оплатить остаток рассрочки вам необходимо одним платежом в конце до 1 декабря 2023 года. Вы можете оплатить его как собственными средствами, так и средствами ипотечного кредита. Если объект уже на сегодняшний день построен и имеет право собственности, то ключи вы получите прямо сразу после внесения первого платежа. Если же объект на сегодняшний день только готовится к вводу в эксплуатацию и получит ввод буквально в ближайшие месяцы, то ключи вы получите после начала заселения всего жилого комплекса. На сегодняшний день готовыми являются жилой комплекс «Филатов Луг», жилой комплекс «Одинград Центральный» и несколько корпусов в Лесном, жилой комплекс «Весна». Эти объекты уже введены в эксплуатацию, и рассрочка действует сразу практически с ключами. Все остальные объекты, такие как «Ривер Скай», «Кутузовград 2», «Топ Хиллз», они будут введены в эксплуатацию в ближайшие несколько месяцев. И рассрочка действует уже сейчас, просто ключи вы получите после ввода, чуть-чуть попозже. Абсолютно верно, именно это является одним из ключевых преимуществ. Если квартира, которую мы продаем, и вы ее выбрали, она с отделкой, то вы в том числе можете ее приобрести по этой программе рассрочки. И, как я уже сказал, встретить Новый год уже в собственной квартире. Действительно, рассрочка может быть выгоднее, чем ипотечный кредит, только в двух случаях. Первый случай, если у покупателя на момент покупки нет нужной суммы первого взноса для ипотеки, а достаточно только 5 или 10%, вы можете уже приобрести по рассрочке квартиру. А дальше уже на протяжении следующего года, скажем так, докопить требуемый первый взнос и в конце года оформить ипотечный кредит. Второй случай – это те клиенты, которые предполагают, что смогут закрыть остаток задолженности по покупке квартиры в течение 2023 года. Нет смысла брать ипотечный кредит, а можно купить квартиру по программе рассрочки. Во всех остальных случаях ипотека будет, скорее всего, целесообразнее. Напомню, что программа льготной ипотеки, которая субсидируется государством, она действует до конца 2022 года, то есть буквально месяц остался, чтобы успеть воспользоваться этой выгодной программой. А также ходит разговор, что программы субсидирования будут зарегулированы, и Центральный банк в каком-то виде запретит использование программ субсидирования застройщиков. Поэтому, если вы планируете купить квартиру, самое время сейчас это сделать. Если у вас остались какие-либо вопросы по новой программе рассрочки или, может быть, по иным другим вопросам по ипотеке, по схеме приобретения недвижимости, мы вас ждем в наших офисах продаж.